Ну, в общем, сделал я все свои дела. Идем гуляем по набережной. Обещал вам показать другую сторону как-то. Ну, что-то пошло не так. Вот. Не снял я в силу определенных причин вам, когда было лето. А сейчас вот декабрь, начало декабря. Город-курорт. Владивосток. Здесь вот такие вот лапки. Непал. Тут Лаос. В общем, лапки — это типа какой-то Тихоокеанский союз. Все страны, которые входят в этот союз или вообще в акваторию. В общем, довольно-таки интересно. Ну, температура плюсовая у нас. Там вы можете видеть катера. Летом здесь очень оживленно. В любую погоду, даже в дождь, народ гуляет. Танцуют бибои, брейкдансеры. Поют песенки всякие. Вот колесо обозрения. Ни разу, кстати, там еще не катался. Ну, как-то нет желания. Вот, у нас был снег. На набережную почистили. Море еще. Тут детишки гуляют. Кстати, можно даже здесь поискать янтарь. Янтаря, кстати, в Приморском крае очень много. Как-нибудь покажу вам самородок, который был найден. Тут молодежь катается. Ну, температура реально плюсовая, где-то сейчас плюс 5. Тепло. Тут мамочка отдыхает с ребенком. Постоянно здесь аттракционы. Что-то я вам выкладывал, контрскрипку. Еще и саксофон здесь играет. Барды поют. Ну, довольно-таки место оживленное. Я очень люблю набережную, хотя коренные владивостокцы ее не признают, потому что здесь типа много нерусских гуляют, место для съема и тому подобное. Но меня это место тянет всегда, потому что здесь море. Очень много людей, можно познакомиться с местной модой. Ну, дядька читает книгу. Просто люди гуляют. Кафешки. Очень много кафешек тут. Причем я тут не ем, не нравится мне. Кстати, вот ресторан Зейтун. Когда-то давным-давно, когда он только открывался, я здесь траванулся мясом. И больше я сюда ни ногой. Нет желания. Ну, вы, если хотите, пожалуйста, посещайте. Такие тигрятки. Бронзовые, их тут наглаживают за уши. Кто-то загадывает желание. Подарок приморцам за вклад в сохранение амурского тигра 2013. Тигрята. Ну, видео получится довольно-таки долгим. Так что буду загружать уже придя домой через Wi-Fi. В общем, заведение данное сделано со стороны стильно, но опять же говорю, я там не ем, нет желания. Вот это вот обратная сторона набережной, как я обычно гуляю. В другом, где фудкоры, очень там мне нравится, там вкусно, можно поесть. Ну и в принципе недорого. Вот. Здесь вот так снег еще не убран.
пройдемся там чуть подальше еще. Вот здесь стояло тоже заведение, куча было шашлычек, шаурмишных, тому подобное. Было у меня там любимый повар один, по-моему, армян, то ли грузин, уже не помню, в общем. Ну, его убрали. Вот. Его убрали, демонтировали. Теперь здесь просто пустые стоянка. Ну, туда не пойдем, пойдемте вдоль берега моря пройдемся. Посмотрим, что там. Кстати, стоят корабли на рейде. Ну, их плохо видно. Камера не позволяет у меня все это снять его. Пожалуйста, море шумит, классно все. Это Владивосток. 2021 год. Вот здесь обычно собираются байкеры, когда сезон идет. Зеваки подходят к ним, просят сфотографироваться на мотоциклах. Никому не отказывают. Панорамная терраса. Летают самолеты, штурмовики. Патрулируют небо. Вообще вот такая вот набережная. Здесь очень много людей тоже. Отсюда, кстати, если будете во Владивостоке, вы можете наблюдать самые красивые закаты. Там песчаный поселок. Можно доплыть на пароме. Паром ходит дважды. Можно уплыть утром и приплыть после 6. Там чистое море, большие волны. Ну, прям классно. Вот. Такие столбики, они горят разными огнями. Причем сами владивостокские жители недоумевают, зачем это все. Бескусица такая, в общем, которая все портит. Вот лавочки. Ну, довольно-таки занимательное место. Кафешка, пожалуйста, вам. Там кафешка китайская. Олимпийский спортивный комплекс. И я вам сейчас покажу, как сделали очень прикольно набережную. Здесь все было закрыто. Ну, вот здесь вот можно спуститься к морю, как это знакомые мои шутят, общественный туалет. Вот. Ребята с гитарой. Что-то там рассказываешь про армию, что-то там. Просто люди гуляют, вон туристы тоже какие-то с фотоаппаратами. Много народности. Кстати, вон самолетик. Ну да, я люблю город Владивосток, я много где побывал, во многих городах. Но Владивосток — это все-таки хоть и дорогой город, но очень довольно-таки хороший. С приятной архитектурой. Море, опять же. Кстати, хочу вам развеять миф. То, что некоторые говорят: вот вы живете во Владивостоке там, купаетесь каждый день. На самом деле нет. Чтобы нам отдохнуть тоже в Владивостоке, нормально покупаться, нам тоже надо собираться и уезжать далеко. Медали. Беговой нулевой километр. Еще медали. Такой столб. Так, там люди, не пойдем. Пойдем чуть-чуть подальше. Кстати, тоже кафешка здесь. Я одно время любил пить пиво. А потом не захотел я пить пиво.
не нравится мне, предпочитаю крепкий алкоголь. Вот такая вот зона, кстати, ребяткам сделана. Катаются, тренируются на самокатах, делают всякие пируэты. Что, молодежь. А здесь вот, да, кстати, ну непонятно для чего сделано, может купаются здесь люди, но я не рекомендую здесь никому купаться, потому что можете наткнуться на штыри. Здесь по большей части старые портовые останки, вот такое море. Да и вообще здесь купаться я никому не рекомендую. Как бы море грязное, здесь ходят корабли. В общем, вот так вот сделано. Смотрите, как четко, прекрасно. Ну, прям хорошо сделано. Лавочки, можно подойти прям к морю. Здесь никаких ограждений. Непонятно. Много их тут стоит. Тут набережная города Владивосток. Можно рыбу половить. Ну, довольно-таки мелко. Так вот, пожалуйста. Вот. Так что, в принципе, я вам показал. Приезжайте к нам в Владивосток, отдыхайте, гуляйте, наслаждайтесь морем. Очень много всего здесь интересного. Если что-то будет вам интересно, пишите в комментариях. Обязательно сделаю вам на это обзорчик по мере возможности. Вот. И как-нибудь я вам засниму все-таки закат. Ну, уже, конечно, не зимой, потому что проблематично холодно. А вот... летом, да, я покажу, какие здесь закаты. Ну или заходите на мою страничку в Instagram. Я в шапке профиля сделаю ссылку. Можете почитать мои стихи. Вот. Посмотреть фотографии. Увидите Владивосток. Ну так все. Всем привет.